Настоящим подарком для творческой интеллигенции и ценителей профессионального искусства нашего города стало открытие персональной художественной выставки представителя польской школы живописи нашего современника, имя которого известно во всем мире, Марека Лещинского. Три цикла работ «Национальные костюмы», «Музыка» и «Гон», созданные мастером в разные годы, собраны в одной экспозиции и объединены тематикой общности культур и исторических корней Беларуси и Польши. Марек Лещинский, он тоже очень известный в Польше. Так, как я сказал, это регионализм, да. И по-моему, это самое важное, чтобы люди здесь, в Бресте, тоже познакомились с этими его картинами. Это история и то, что в голове, то это все это само, что у вас, что у брестчан, у всех. Ключом к пониманию работ Марека Лещинского, по словам Доминики Лещинской, дочери мастера, представлявшей от его имени картины на выставке, является привязанность к родной земле, месту рождения, культуре и простоте быта своего рода. Вот тот источник вдохновения художника. Спасибо большое еще раз всем организаторам за возможность сегодня здесь быть и от имени отца представлять его работы, которые мы посчитали, продемонстрируют его любовь к провинции, приграничью, простому народу. Мотивы и темы не свойственны высокому искусству, но так любимые им. Когда ты растешь в такой семье, как наша, где, кажется, даже воздух пропитан творчеством, не задумываешься, о чем мыслил отец, создавая свои работы. Тем они и прекраснее, когда видишь их. Этнические мотивы Марека Лещинского, чье творчество пронизано любовью и теплотой к родной земле, дают пищу для ума вдумчивому зрителю, заставляют остановиться в потоке ежедневной суеты и обратить внимание на простую красоту окружающего мира. И, возможно, лучше понять самого себя. Любой человек – это натура двойственная, рациональная, когда он стремится максимизировать какую-то выгоду, полезность, отдачу. И натура чувственная, которая не объясняется рациональными законами и логикой. Это ощущения, это чувства, это эмоции. Вот эта часть, выставка – это такие новые эмоции, новые ощущения, которые допитывают, дополняют профессиональный характер работы. Сказал бы, что это такое дополнение до целого. Наталья Луговкина, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».